Господа, тройка финалистов. Смотрим на экран. Григорий Антипенко, «Не родись красивой». Алексей Маклаков, сериал «Солдаты». Алексей Серебряков, «Штрафбат». Ну что ж, я достаю журнал. Вот так, он. Так, так. Вот он, вот он. Так, и что? Читатели «Три недели» признали лучшим телеактером года, и с этим профессиональным мнением не поспоришь, Григорий Антипенко. И сейчас мы увидим на экране, как эту звезду, телезвезду, Григорий Антипенко вручает Нелли Уварова. Гриш, текст хочешь, да? Извини, пожалуйста. Можете на минутку отвлечь? Гриш, я вот не знаю, кого выбрать, никак не могу определиться. Смотри. Вот этого? Гриш. Нет, я прошу тебя, я учу текст. Ну, прости, пожалуйста, ну, на минутку отвлечь. Или вот этого, смотри. Мне кажется, он кого-то не напоминает. Гриш, смотри. Посмотри, ну, в зеркало посмотри, ты поймешь. Извините, пожалуйста, извините. Артист учит текст, к нему нельзя приставать. Ну, видимо, я так и не определюсь сегодня. А вот зрители уже определились, знаешь, кого они видели? Ты даже не представляешь, что ты телезвезда теперь уже. Ага. Да, ага. Народная телезвезда, не видишь? Ой-ой-ой. Смотри. От тебе. Что это? Ну ты посмотри. Читать умеешь? Я тебя поздравляю. С ума сойти. Читай, читай. Григорий Антипенко, победитель номинации «Телеактер года». С присвоением звания «Телезвезда». И это все мне? Боже мой. Фантастика. Это первый приз в моей жизни. Нелька разыграла. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное всем читателям теленедели. Это потрясающий журнал. Вы знаете, спасибо огромное, что вы все за меня проголосовали. Я счастлив. Нелли, спасибо, что ты преподнесла мне этот подарок.